Огромная просьба к отдыхающим все-таки отдыхать на специально отведенных местах, то есть в частности воды, это пляжи официально открытые, которые имеют допуск, имеют спасатели, имеют службу, которые, на которые всегда вовремя и быстро среагируют все службы, если в случае какого-то происшествия. Необходимо помнить, что каждый отвечает за свою жизнь сам.